На Звездной площади сегодня провели памятный митинг, посвященный 35-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Глава Серпухова Сергей Никитенко, депутат Московской области Татьяна Корзубова, вместе с серпуховским городским прокурором Виталием Хрипуновым, депутатами горсовета, родственниками погибших героев в локальных конфликтах, ветеранами боевых действий, представителями общественных и молодежных организаций возложили цветы к мемориалу «Черный тюльпан». Благочинный Серпуховского церковного округа иерей Дионисий Коськин на Звездной площади совершил панихиду по усопшим воинам. Память погибших героев почтили минутой молчания.